Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. Сегодняшний гость нашей программы молодой, но уже именитый спортсмен. Он уже стал не только победителем чемпионата СКФО, но и занял второе место на первенстве России. С самого детства Арсен Ламков занимается легкой атлетикой, вид бег с барьерами. В эти минуты в нашей студии Арсен расскажет моей соведущей Белли Джазаевой о выборе этого вида спорта, об участии в соревнованиях и будущей профессии. Доброе утро всем. Доброе утро, Арсен. Здравствуйте. Я благодарю тебя за то, что ты нашел время и пришел сегодня наконец-то к нам в гости, потому что с октября месяца мы с тобой никак не можем встретиться в связи с твоими постоянными соревнованиями, постоянными тренировками, переездами. Ну, настоящая жизнь настоящего спортсмена. А ведь ты настоящий спортсмен, у тебя такой успех, как второе место на первенстве России по легкой атлетике. Согласись, что это большой успех. Что касается вот твоих занятий легкой атлетикой. В нашей республике принято, что ребята в основном занимаются борьбой, боксом, ну, там, или бои без правил. Как получилось, что ты увлекся легкой атлетикой и именно бегом? Ну, началось с того, что в начальных классах мой классный руководитель был тоже тренером по легкой атлетике, и всех своих детей она как бы по желанию приглашала на секцию легкой атлетики. И я заинтересовался, пошел, как и большинство других школьников. И мне понравилось, и так продолжал тренироваться более осознанно. Ну, видимо, это было твое призвание, и она увидела потенциал в себе. Насколько я понимаю, бег у тебя с барьерами. Да, да. И бывает летний вид и зимний. Вот расскажи об этих деталях, об этих нюансах. Ну, я совмещаю два вида вот, бега с барьерами. Зимой я бегаю 60 метров с барьерами. А летом я бегаю олимпийский вид дистанции 400 метров с барьерами. А в Челябинске у тебя что было? В Челябинске я бежал 400 метров с барьерами. У тебя же там два места? Да, я там занял второй результат на 400 метров с барьерами и пятый результат на 110 метров с барьерами. Ну, хотелось бы узнать о твоем тренере поподробнее. У кого ты тренируешься? Мой основной тренер – это Ирина Геннадьевна. Также много других тренеров, как Алла Андреевна, Константин Сергеевич, Татьяна Владимировна, все и Валентина Григорьевна. Все они помогают мне поддерживать мою форму, помогают в подготовке, помогают со сборами, ну и со всеми деталями тренировочного процесса. Вот успех на первенстве России – это не единственный твой успех. Я знаю, что ты победитель чемпионатов СКФО, других разных соревнований, региональных, всероссийских. Самая большая планка для тебя – это какие соревнования? Как у любого спортсмена Олимпийские игры? Ну, безусловно, да, но хотя бы выступить на международной арене за пределами нашей страны. Арсен, я знаю, что сейчас ты учишься на выпускном курсе в Ставрополе, учишься на экономиста. Да. Вот почему ты не пошел по спортивной стезе, допустим, не учишься на тренера? Значит, ты решил, что из спорта в каком-то определенном возрасте ты уйдешь? Но на тот момент я не знал, чего на самом деле я хочу, и надо было поступить. Еще я не увлекался, а как бы хорошо знал математику, и все эти цифры мне тоже нравились, и поэтому я пошел по экономической специальности. А вот сейчас я заканчиваю пятый курс, и думаю, что моя жизнь все-таки будет связана со спортом. Но я надеюсь, что будет так. Мы тоже на это надеемся, что ты еще долго будешь прославлять нашу республику. Я желаю тебе новых побед и спасибо, что был гостем нашей программы. Спасибо вам тоже. Спасибо. Спасибо нашей гостиной. Ну а наш информационный эфир в 9:00 продолжит вещание на абазинском языке. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке.
Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис «Московский индустриальный банк». До 40% на все. Куртка в подарок. Ветские меха. ТЦ «Панорама», первый этаж. Арча Черкес королеватели барапына абаза бұшала ана тарапқа ұзыршарныз, еге корреспондента инхарныста қыразму, а кастинг шағалаларыныз шағырай көйт. Аз аразму арежбауа а номерла шағасын.